Информация о ракетном обстреле Габалинского района села территории Армении является недостоверной. Об этом заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. Заявление азербайджанской стороны о том, что Армения запустила баллистические ракеты в сторону Габалы из Урдамира, это ерунда и циничная ложь, сказала она. Степанян добавила, что села армянской территории в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет. Утром 22 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила в телеграм-канале, что Армения выпустила 3 ракеты в направлении Сиезанского района, 2 ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов. В ведомстве считают, что целью армянских вооруженных сил были мирное население и гражданская инфраструктура. В результате обстрела никто не погиб, добавили в Минобороны.